Привет, я Алекс Бред, и уже несколько лет я занимаюсь приключенческой видеосъемкой. Посмотрим. Понравилось? Все свои видео я снимаю на абсолютно разные видеокамеры. Это были и профессиональные видеокамеры, и любительские, мыльницы, фотоаппараты, и даже мобильные телефоны. А теперь я хочу поделиться своим опытом с участниками проекта «Пролето Story». По условиям проекта участники могут снимать на абсолютно любые видеокамеры. Но я предполагаю, что у вас нет профессиональной видеокамеры. Поэтому ориентироваться в наших уроках мы будем на вот эту штуку. Мобильный телефон iPhone 4S. Практически любой смартфон в наше время снимает качественное видео. Этот телефон снимает видео в формате HD. Ты готов стать мобильным Спилбергом? Попробуем отснять наш самый первый видеоролик. Запускаем приложение камеры на телефоне, находим объект съемки и снимаем. А вот и наш объект съемки. По-моему, получилось отлично. Поздравляю вас! Вы записали свой мобильный видеоролик. И теперь хотите отправить его на наш конкурс «Пролето Story». Как же это сделать? В первую очередь, необходимо вырезать из вашего видеоролика все лишнее, оставив в нем только самые яркие моменты. А как же сделать это, спросите вы, без использования профессиональных программ? Очень легко. Сейчас я вас этому научу. Итак, мы будем использовать широкие возможности видеохостинга YouTube в своих целях. Не забываем залогиниться и нажимаем «Добавить видео». В этом окне огромная серая стрелка, мимо которой вы не промахнетесь. Вызываем диалоговое окно, выбираем файл, который мы слили с телефона, и начинаем процесс загрузки. Пока идет процесс загрузки, стоит уделить внимание некоторые описанию вашего ролика. Здесь указываем для ролика название, которое будет влиять на его популярность. Кто хочет, поподробнее может описание добавить. Ну и не забываем поставить тег «Лето МД». Также стоит проверить настройки конфиденциальности, дабы ваш ролик увидели все ваши друзья в ленте. Ну и для тех, кто любит социальные сети, естественно, копии в Facebook и Twitter. Итак, процесс загрузки завершен. Мы нажимаем на линк, по которому находится наше видео, и смотрим на результат. Так вот наш видеоролик. В принципе, несмотря на то, что он длится всего 15 секунд, мы видим, что достаточно интересный момент есть только в середине. И начало и конец ролика стоит немножко укоротить. Нажимаем на кнопочку волшебную «Улучшить видео» и в первую очередь используем автокоррекцию для поднятия контрастности и насыщенности видео. Для любителей Инстаграма есть эффекты цветовые, фильтры, немножко стилизуем видео, ну и самое главное, нажимаем кнопочку обрезка. Здесь с помощью вот таких стрелочек мы двигаем края нашего видео, указываем, с какой минуты и секунды начинать наш ролик и где его стоит закончить. Сразу же мы можем видеть превью того, что у нас получится. В итоге результат нас устраивает, мы нажимаем «Сохранить». YouTube нас предупреждает о том, что это займет некоторое время обработка видео, оно и понятно, но вы можете его не тратить зря, попить прохладительный напиток «Лето», чтобы освежиться. Ну а вот наша работа уже и готова. Смотрим окончательный вариант нашего видеоролика. Отлично, нас все устраивает, и настало время отправить его на конкурс. Копируем линк, который указывает, где находится он на YouTube. Заходим на сайт «Лето МД».
Опять же, авторизируемся в нашем профиле, выбираем меню «Ваши видео» и опускаемся вот сюда, где есть форма регистрации нашего видеоролика. Указываем путь к ролику, название и коротенькое описание. Ваш ролик появится на премодерации. После нескольких часов он уже будет официально участвовать в нашем конкурсе. Вы можете получить вот такой линк на страничку вашего ролика, где ваши друзья смогут отдать за него голоса. Спасибо, друзья! Участвуйте в нашем конкурсе, выигрывайте призы и до встречи на просторах YouTube.